Всем привет! Вы на канале Польза.ком. И сегодня вас ждет пусть и быстрый, но один из самых странных обзоров, который вы встречали на канале, посвященном технике. Я, как фанат вещей Xiaomi, расскажу вам об одной из их новинок, который делает их суббренд Mazen Max с основным направлением разработки и продажи экологически чистых товаров для дома в премиум-сегменте. Расскажу я вам про набор столовых приборов, а именно столовые вилки, столовые ложки, чайные ложки и столового ножа. Все это упаковано в очень красивый и внешне дорогую коробку, которая, кстати, не пережила пересылки и превратилась в печальное зрелище. Но, как вы видите, даже в помятом виде заметно, что коробочка принадлежит к упаковкам товаров премиум-класса. Обошлась мне эта покупка ни много ни мало в 1447 рублей с доставкой. Без коробки можно было купить за 1350. Если вы думаете, что я один такой странный, вы сильно ошибаетесь. В описании я оставлю ссылку на покупку. Обратите внимание, как много людей эти столовые приборы уже приобрели. Что, кстати, не удивительно. В жизни они смотрятся гораздо лучше, чем на фото или видео. С такого рода столовыми приборами ваш любимый прием пищи будет радостью, будь то просто омлет или полноценный ужин с жульеном и аперитивом. Себя к эстетам я не отношу, но мимо такого набора глаз пройти на странице в интернете просто не смог. Закажу теперь еще их ножи. Для подарка выглядит очень респектабельно. По сравнению с обычными приборами довольно тяжелые. Теперь немного об их характеристиках. Сделаны они из пищевой нержавеющей стали с гальваническим покрытием в трех расцветках – черной, золотистой и серебристой. Для их создания использовалась сталь марки AISI. Это аустенитная сталь с низким содержанием углерода, без примесей свинца, без кадмия, без БПА, высокотемпературная, прочная и экологичная, абсолютно безопасна в использовании. Кто хочет про эту сталь узнать больше, в описании ссылка на статью о всех ее свойствах. Приборы отполированы отлично, размер вы видите на экране. Чтобы проверить вес, сам их еще раз взвесил. Столовый нож 59 грамм, столовая вилка 59 грамм, столовая ложка 71 грамм, чайная ложка 25 грамм. Ощущение качества вам не передать, IKEA рядом не лежала. Производитель советует мыть приборы вручную без посудомойки и использования абразивных материалов. Надеюсь, обзор вам понравился. Ссылка на покупку, как и условия конкурсов, в описании. Напоминаю, что на канале разыгрываются фитнес-браслеты Mi Band 3 и Ana Band 3 и умные часы Amazfit Bip. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, делитесь, пишите комменты, на что бы вы хотели увидеть обзоры. На канал выгружаю минимум одно видео в неделю, а чаще по три ролика. Ваша польза.ком, удачи и добра в ваш дом.